Считанные дни остались до открытия отраслевого чемпионата профессионального мастерства «Атомскиллз». Лучшие молодые работники, представители нескольких десятков различных предприятий атомной отрасли, отправятся в Екатеринбург. Калининскую атомную станцию представляют 16 специалистов, которые вошли в состав сборной команды электроэнергетического дивизиона. Наши коллеги участвуют в 6 компетенциях – охрана труда, технологические системы энергетических объектов, управление жизненным циклом, мехатроника, неразрушающий контроль, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики. За неделю до ответственного старта эксперты и участники оттачивают все знания, аккумулируют накопленный опыт, проводят пробные соревнования. Безусловно, отчет дням идет, но мы упорно готовимся, поэтому эмоции только положительные. Мы будем стараться. В этом году много участников, в том числе представителей других отраслей. Поэтому будет напряженная борьба, но мы, в принципе, готовы и будем стараться победить. Главным экспертом компетенции охраны труда в этом году является наш коллега Андрей Никитин, ведущий инженер по эксплуатации оборудования химического цеха. Такое обстоятельство представляет для наших участниц дополнительную сложность. Судейская команда для исключения завышенных оценок будет проявлять повышенное внимание к нашей конкурсантке. Ну, внутри уже напряжение все равно нарастает, но мы с Дашей готовимся. Отрабатываем презентационные модули, отрабатываем задания. Ну, уже по факту посмотрим на конкурсной площадке, какие будут задания. На площадке учебно-тренировочного подразделения Калининской АЭС также готовятся участники в компетенциях управления жизненным циклом и технологические системы энергетических объектов. Я искренне надеюсь, что наши участники готовы. Я точно могу сказать, что по двум модулям из трех наши участники наберут лидирующие позиции. Но касательно среды Сементек мы столкнемся с конкурентами, которые используют это программное средство как рабочее. И, соответственно, с ними конкуренция будет очень высокая. Но я надеюсь, наши участники с этим справятся. Победители отраслевого чемпионата «Атомскиллз» получат право участвовать в национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «Волскиллз Хайтек». Желаем нашим коллегам удачи и новых побед! Ирина Елсукова, Павел Якушев, Дмитрий Ермаков, Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.